Ну что же, всем привет, с вами GK. Мы продолжаем играть в 12 лучше, чем 6. И у нас встреча в убежище с Питом. Эй, дружище, как самочувствие? Ты уже 12 часов спишь. Голова раскалывается. Где мы? Ты что, забыл? Это мое убежище. Мы причались сюда вчера вечером. Ты выдал целое ведро воды, съел все мои запасы и уснул. Кажется, у меня проблемы с памятью. Да, я приметил, дружище. Как себя чувствуешь-то? Намного лучше, чем когда я был на каторге. Или умирал в пустыне, или прорывался через твой чертов городишко. Хе, я там был проездом, так что никакой он не мой. Я рад, что смог выбраться оттуда. У нас был уговор. Я помню, деньги нам будут твоими, как только нам запалят за товар. Надо съесть в Лоредо и найти там Серхио. Этот хитрый мексикашка мой старый друг, и он скупает любую дрянь, если из нее можно пристрелить кого-нибудь. Значит, езжай, что стоишь. Ты пострелил мне ногу, амиго, я не доберусь тоже живым. Ты знал, так и знал, что надо было стрелять в голову. Пошел ты, амиго. Хе-хе. Подружились, что ли? Вы чё? Так, а как пройти-то? А. Чего тебе? Томат диких прерий? О, бледнолицый в моем доме. Попутного ветра тебе в спину, бледнолицый. Кто ты нахрен такой? Оскорбил меня, во-первых, кого черта бледнолицый, а во-вторых, ты в курсе, что ты не индеец, а европеец, у тебя даже кожа белая. Меня зовут Томат Диких Прерий, мой отец мудрый волк, а мать быстрая река. Хороший табак у тебя там, наверное. И тебе, добрых странствий, бледнолицый, возвращайся скорее, у меня есть какие-то интересные предложения. Даже знать не хочу о чем ты. Память, бледнолицый, я знаю того, кто знает тех, кто видел одного, кто знает, как вернул память. Делай свое дело и возвращайся, я покажу тебе путь, если ты дашь мне послушать звон монет. Откуда ты знаешь, что я потерял память? Я знал того, кто знал одного... Я несу монеты, ты говоришь, как вернуть память. Постарайся только, чтобы... Вдруг пока что поспать. Я хочу понять хоть одно слово из твоей речи. Полезный контакт. О, двигаем тележку опять. Так, отправимся в Лоредо. Как-то слишком близко к Палау. Вот, но зато из Мексики до Техаса-то недалеко. Вход в Лоредо. Нам же тут не придется никого убивать, да? А, ладно, я уж хотел зарезать. Буэнос Тардес, амиго, чем я могу помочь? Товар у Пита в убежище можешь забрать. Мучимас. Мучисимас грасиас. Отличная новость, но ты не Пит, так тебя зовут. Хуан. Замечательно, Хуан, а теперь к делу. Лоредо закрыт до особого распоряжения местного шерифа. И сам видишь, из твоей очереди таких же несчастных. Меня твои проблемы не волнуют. Мне чем платить, я найду другого покупателя. Ну да, оля, погоди, не спеши. Я же не сказал нет, тогда заключим сделку. Ты же из Мексики, не так ли? Конечно, ты из Мексики. Так вот, шериф прикрыл город, чтобы никто не перехватил поставку опиума в Мексику из Сан-Антонио. А если поставка что-то случится, например, ее уничтожит какой-нибудь неравнодушный к здоровью своей страны мексиканец, шериф ничего не останется, как открыт город. Да, он еще обозлится, но я знаю твое лицо. От того, что за тебя попросят на $100 больше, тебе же... Не помню, что там было написано, не увидел дальше. Я убиваю опиумных курьеров, уничтожаю товар, и ты платишь мне за оружие двойную цену. По рукам. По рукам, а я истолкую к черту двойную цену. Или я сдаю тебя шерифу, забираю из твоего дома все, что пожелаю. Выбор за тобой, амиго. Марикон де Мьерда. Сукин сын, а ты умеешь вести торги. Значит, договорились. Пойду на встречу с курьером из Сан-Антонио. Hasta luego. Скоро увидимся. Легче грабить, чем торговать. Капец, тут пробка на въезд. Опиумный караван. Блин, патронов, правда, маловато. Тихо, тихо. Давай возьмем все-таки. Так, я вижу вот это. Тихо! Ух, не успел уклониться. Ну ладно. Угу. Блин, дробовик, конечно. Так, подбираем теперь. Фу, капец, ты слепой, братан. Все? Это все, что требуется? Бывалось. Тут же сейчас не будет никого, правильно? Так.
еще. А как пройти? А-а-а. Не сработало. Так как пройти-то? Блин, сейчас. Надеюсь, что я успеваю включить микрофон, когда чихаю. Как пройти-то туда? Жесть. Либо я что-то не понимаю, либо что. Ну, может, конечно, вернуться. А, подожди, может, кто-то из этих трупиков Серхио? Вроде нет. Во, нашли. Не стоит спать на службе. Так, нет. Я останусь верен своему пистолету. Так. Тут есть кто-то еще? О, вас до хрена. Пошли сначала с этой стороны разберемся. Ну, потому что не хочу я. Чтобы не приходилось убивать еще больше народу. Ладно. Так. Малькольм де Мьер, сукин сын, я никогда не думал, что буду рад видеть твою рожу. Я думаю, теперь мы наконец-то можем завершить наше дело. Por supuesto. Конечно, Омега, ты спас меня уже дважды. Когда будут деньги? Я сегодня же отправлю коронку с деньгами к убежищу Питта. Погрузите туда оружие, и мой человек отдаст вам деньги. Тогда я жду в убежище. В смысле? В смысле? Зараза. Это было нечестно. Все проспал, братан, даже собственную смерть. Тихо ты. Блин. Зараза. А-а-а. Да, много натекло. Зараза. Где-то здесь, что ли, еще? Вон они. Два шраных. Пайдыка. Тихо, тихо, тихо. Тут еще, кажется, один, да. Нет, еще вот тут есть, да? Так, этот ушел. Да, да, да. Тогда жду убежище, hasta luego. Ну, видите, даже не пришлось всех убивать, слава богу. А зачем такой странный крюк делать? Ух. Это типа... Они меня встретить решили или что? Какого хрена тут стряслось? Надо осмотреться. А, это враги, получается. Я понял. Это враги.
Зараза. Не получается мансить. Зараза. Ладно. Режем первого. И убиваем остальных. Вы с копьями бегаете. Даже не заметил, блин. А, нифига ты спрятался. Нет, ты видел, а? Спрятался он. Это типа засада произошла, или это... Ну да, помимо засада просто. Так, куда дальше идем? Рельс в убежище? Ну хорошо, если так. Именем штата Техас вас разыскивают за убийство рейнджера в Пауэлл-Стауне. Вас живым или мертвым предписано доставить в Даллас для суда. Вы обознались? Сомневаюсь. Ваше местоположение очень точно указали информаторы из Лоредо. Я предлагаю вам проследовать с нами по-хорошему. Последний раз. Я предлагаю тебе пройти пройти ко всем чертям с моей дороги. Последний раз предлагаю. Парни, взять его. Кто меня возьмет-то? Ох ты ж, блин. Да в смысле? Надо удерживать, что ли? О, попал. А, надо удерживать, чтобы натянуть тетиву, блин. Пипец. Можно как-то полегче, что ли, было? Где кто? Там мертв, но это наш вроде. Зараза. Это было близко. Ладно, может стоит все-таки. Преднолицы убьют тех людей, что угрожали нам. Все до последнего ублюдка, они устроили на меня засаду. Смерть ходит кругами возле тебя, но тебя не трогает. Почему? Видимо, мое время еще не пришло. Возможно, возможно. Приходили люди, забирали ящики с оружием. Они оставили настоящую кучу денег Питу. Используйте деньги, бледнолицы. Да, я уже понял, сколько. $5, мой друг. Я схожу к тебе найти того, кто знает тех, кто... Ты издеваешься, мать твою. Я собирал гору денег, чтобы дать тебе $5. У тех, кто ведает про память, есть еще одно условие. Какое? За тобой не должны гоняться все рейнджеры и охотники за главами в Техасе. Как я это сделаю? Твой друг в этой пещере знает способ, бледнолики. Обратись к нему. Пендехада. Даже на каторге было проще. Где этот чертов Пит? 1 июня 73-го. Нормально. Эй, приятель, что-то поделить. Все вышло просто отлично. Сколько в итоге? $2000 на каждого. Отлично заработали. Люди Серхио попросили передать бесконечную благодарность за спасение его задницы. Не нужно кое-что, Пит. Все, что захочешь, приятель. Морфий? Не говорите, а так погорячее. Я знаю одно место. Настоящая церковь порока. Заведующий та еще психанута. Если все правильно провернуть, то... Нет, мне нужно очистить свое имя, чтобы на заборах не висели мои портреты, и каждый встречный не считал, что это тот самый, кто убил рейнджеров, мать его, Пауэлл-Стауне. Где вообще этот чертов Пауэлл-Стаун? Да он сгорел еще 2 месяца назад. Как раз когда Ладно, молчу. Значит, сделать тебя инкогнито? Именно. И есть верный способ. Мы ловим похожего на тебя ублюдка. Накачиваем его индийской дрянью, так что он слово сказать не может, и вешаем прилюдно. Шериф Лоредо занимается таким дерьмом.
На каторге, где я был, наверное, с рождения, рабам ломали хребты и заставляли работать ползая на брюхе, но даже это не так мерзко. Это единственный известный мне способ, приятель, и очень действенный. Что требуется? 1800 баксов и более ничего. Действуй. По рукам, приятель. Нормально мы остались, без гроша, блин, считайте, в кармане. Давайте возьмем пистолет, тут честно, я не хочу мучиться. И шашки побольше. И сверху там была индийская деревня, может, видели. А мы в Лоредо. По факту надо просто побриться, блин. Пит сказал, что приговоренного зовут Джерри. Местный шериф поймал его на грабеже и собирался отпустить, затребовав долю с награбленного. Но Джерри нашлось применение получше. Мексиканец смотрел весь процесс от начала до конца. Не каждый день видишь собственную казнь. Чувствовал ли он жалость к Вайшнему? Мучил ли его совесть за то, что кого-то убили вместо него? Ублюдка меньше, сплюнул мексиканец себе под ноги. Толпа разошлась, и тело волокли к ближайшему кладбищу. Акт 2. Ненастоящая смерть. Арсенал. Начни, носи в два раза больше патронов. 44 бакса. Многовато. Пошел вон. Как бы уже за троих. Так, давайте посмотрим, что еще есть. Может зарабатывать пару баксов, убрав пару бандитов. Давайте попробуем. Нифига, их тут пара, блин. Их тут не пара. Какая нафиг пара бандитов, блин, вы чё? Офигеть просто. Пара, блин, бандитов. Ну давай, подходи по одному. Зараза. Тед стоит, блин, зараза, и смотрит на меня. Ух ты ж, блин. А спящий проснулся тоже? Пару баксов, если за это мне заплатят, я не знаю. Я буду крайне расстроен. Ага. Хорош. Все, получаем свои честно заработанные. Добираемся до своих честно заработанных бабок. Еще есть кто-то тут. Погоди. Ну как того выкурить? А, он сам выкурился. Ну, теперь все. Теперь можно уходить. Спасибо, больше не интересует. Не хочу. Нет, блин. Отстань. Я собирался забрать баксы твои, а не еще поработать. Мне хватило, спасибо. Так, что у нас дальше тут есть? Мое почтение, сэр. Чего тебе? Вы говорите, кто-то умеет работать, сэр, у меня есть одна работа. Ты ошибся, я не ищу, где бы заработать доллар. Я разгружать тебя не собираюсь. Ошибкой было бы не услышать мое предложение. Я знаю мастерскую, где местный шериф делает пулеметы Гатлинга, без лицензии, соответственно. А значит, шериф не запросит дополнительной помощи и не обратится никому. Если это значит, что мастерскую... Еще это значит, что мастерскую хранит сильнее, чем дочку шерифа. И одно из них может стать вашим, сэр. Сами знаете, вещь полезная. Я подумаю, Гринго. Прикольно. Пошли дальше.
Бородист, приветствую, добро пожаловать в цирюльную Бродобрея. Меня зовут Бенито, местный кричит просто Бродобрей. Что-то не видишь людей в твоей цирюльной, здоровяк? Блюдок шериф пустил слух, что любого, кто посетит мое заведение, найду с снятым скальпом. Все как всегда, отказываешься платить особо нужный шерифу налог? Примерно так. Ну так что бы вы хотели... как бы вы хотели постричься? О, я забрел сюда случайно. Эй, Бродобрей, терпение шерифа кончилось, мы спалим твою контору. Дьявол, вряд ли это посетитель. Умеешь стрелять, мексиканец? Еще как, но... Ружье, патроны в кладовке. Бери, сколько унесешь, и отстреливай этих ублюдков у главного входа. Я беру на себя черный вход. Марикон, как же я вовремя. Опять. Ох ты ж, блин. Можно я не буду подбирать, спасибо. Так, а, ты следишь вообще за, то, за тем, что люди приходят, нет? Хорош, хорош. Ты меня застрелил, что ли? Или, блин, показалось? Трэш. Хватит расстреливать свою контору. Вау, ты правда умеешь стрелять, бля. Хватит по мне стрелять, пожалуйста. Я тебя прошу. Зараза. Падла. Хватит стрелять. Как ты так на опережение выстрелил? Я думал, я умер. Отлично справился, мексиканец. В этом деле я хорош, да. Объявляю тебе там назначаю наград бесплатные услуги до конца твоей жизни. Не то чтобы я против, но я не... Это даже не обсуждается. Садись в кресло. Но если ты так настаиваешь, принимай работу, мексиканец. Выглядит неплохо. Пожалуй, если моя жизнь не будет слишком короткой, загляну к тебе еще раз. Он что-нибудь сделал? Давайте соберем, что ли, еще с него такой подоходный налог, так сказать. Ну, собрали все, что могли. И можем идти. Какой странный звук. Да-да, повесили меня, все правильно говорите. Так, куда дальше? Туда, наверх. Поговорить с Серджио. Что надумали, сэр? Я только что десяток людей убил и получил бесплатное бритье. Как думаешь, что у меня сейчас в голове? Цирюльни мистера Бенито? Боюсь, шериф теперь точно спалят. Тот здрак умеет за себя постоять. Вряд ли он справится с расстрелом из пары пулеметов системы Гатлинга. А я слышал, что свежая партия уже скоро приедет в город. Но приблизить здоровяка. Не думаю, что это хорошая мысль. Знаете, куда лучше устранить причину? Но да, конечно, тебе нужно, чтобы я обчистил мастерскую. Я не прошу геройствовать, а такие охрану, мои люди подгонят телеги с обратной стороны мастерской, и дело сделано. Вряд ли сильно поможет Бродобрею. Наоборот, шериф потеряет свое любимое детище, и ему будет плевать на все остальное. Ладно, гринго, дорогу-то покажешь? Окей, отправляемся дальше. Мне казалось почему-то, что игра была совершенно другой лет 7 назад, и... Тихо. Тихо. Ладно. Отбой. Может, пора начать попадать? Блин. Ладно, отстой.
Все, ок здесь. Ок, так, давайте вот того еще грохнем. Нам не нужны враги за спиной. Сейчас обчистим мастерскую, я думаю, и на этом можно будет сделать паузу. Тише, тише, правильно. Так, давайте патроны сейчас возьмем еще. Так, все чисто. Так. Это свиньи. Зачем мне сюда? Мне к свиньям не надо. Мне надо куда-то сюда. А, все, мы прошли. Хм. А, это была просто встреча на границе. Один часовой, это кто тогда? Ну, давай, подходи. Так, а что с этим делать? Кому залп-то? Они не громкие. Все же 70 баксов, а куда 200 делось? Не хочу рисковать. Блин. Зараза! С самого начала, блин, а уже... Время подходит к концу. Так, этих не трогаем тогда? Ладно, тронули. А ты чё припёрся? Тихо, тихо, тихо. Отвернись. Отвернись. Хорош. Так, тихо. Давай, давай, подходи, подходи уже. Супер. Этого не будем трогать. Этого можно прихлопнуть. Угу. А что тут? Ну ладно. Тут какая-то фигня большая. Серьезно.
Нет, мне хочется патрон, где патронов полные. А, это просто шляпа. Чё, пиде? Не понял ничего. Буска искать, я только знаю. А, вы хорошие парни. Камон, чё пугать так? Чё это такое? Топорик. Не, спасибо большое. Блин, я пропустил диалог. Ну, ну нафиг, я не хочу еще раз это все, поэтому будем считать, что нас поблагодарили. И куда-то отправили. На этом я заканчиваю. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в новых сериях. Я искренне рад, что эта игра хотя бы долгая, потому что то, о чем я говорил в первой серии, LA Cops, она заняла, мне кажется, два видео буквально. То есть за час проходится основная сюжетка. Плюс там есть еще дополнительные миссии. Ну, минут на 40, наверное. Так что меньше 2 часов игра занимает. А смысла мало. Теперь на этом точно все. У нас класс есть классная шляпа для следующего ролика. Так что всем еще раз спасибо. Это был GK. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в новых роликах. Всем удачи, всем пока.